В День защитника Отечества на площади Славы поздравления сменяются воспоминаниями с боевых рубежей. Здесь собрались участники и ветераны боевых действий, и их семьи. В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Все от мала до велика в этот праздник с гордостью говорят о подвигах героев и вспоминают защитников Родины. И хочется в этот день пожелать нашим, прежде всего, ветеранам Великой Отечественной войны, которых не так осталось много, пожелать им здоровья. Дай Бог, чтобы они как можно дольше оставались живы и нас радовали своим вот присутствием, что мы их видим, потому что это же история. В мероприятии традиционно приняли участие члены ветеранских и общественных организаций Самарской области. Гордость за нашу армию я чувствую. Гордость. Наконец-то мы уничтожим врага. Ну и за ребят, как бы, хочу, чтобы все живыми вернулись. Это самое главное. Желаю им здоровья, счастья, удачи. Для Кирилла Бунина 23 февраля – особенный день. Многие в его семье становились участниками военных конфликтов. Сам Кирилл в свои 19 лет – постоянный участник гуманитарных миссий на Донбасс. Для меня защита Отечества – это не просто слова. То есть вот я был на Донбассе, я приехал из города Донецк недавно, с города Энергодар вернулся с гуманитарной миссии. И я вижу, как это важно, как люди, не жалея себя, не жалея своих жизней, отдают их ради нас. Поэтому для меня это важно. Память героев, павших, защищая свою родину, почтили минутой молчания. Галина Топилина, Константин Головин. События.